Интересная игрушка. Развиваем у ребенка слуховое и зрительное восприятие. Учим следить взглядом за звучащим предметом, поворачивать голову к источнику звука. Используем игрушки с различным звучанием, погремушки, музыкальные шкатулки. Привлеките внимание малыша яркой звучащей игрушкой. Держите ее перед лицом малыша. Подождите, пока малыш сосредоточит свой взгляд. Затем перемещайте игрушку со звуком в разные стороны. Позвоните игрушкой справа или слева. После того, как малыш повернет голову к источнику звука, медленно перемещайте игрушку в противоположную сторону. В результате ребенок научится прослеживать взглядом движение звучащих предметов и поворачивать голову к источнику звука.